Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видео на канале «Всякие полезности» и рубрика «Распаковки посылки с Китая». На этот раз мне пришло две посылочки. В одной из них это крепление для экшн-камеры на голову, также на грудь. И вторая посылочка – это у нас ультрафиолетовый фильтр для экшн-камеры Xiaomi Mi. Итак, начнем распаковку. Одну посылочку отложим в сторонку. Начнем распаковывать наши крепления. Вот наши крепления. Сейчас я вам покажу. Это крепление у нас на голову. Полностью прорезиненное, чтобы на голове оно не скользило. Вот, видите, силикон наклеен. Также есть возможность у нас на разный размер головы растянуть вот таким образом. Вот резина, качество неплохое. К сожалению, камеру не могу сейчас прицепить, потому что у меня нет еще крепления, еще в пути, которое позволит зафиксировать камеру на данное крепление. И также у нас крепление для груди. Вот оно. Полностью тянется хорошо. Имеет довольно-таки специфический запах. Ну вот. Итак, перейдем ко второй посылке. Это у нас ультрафиолетовый фильтр для камеры Xiaomi Mi. Фильтр запакован в плотный пакетик. Спробую. Вот, в комплекте идет у нас сам фильтр и крышечка для объектива. Крышечка пластмассовая. Ну, объектив вроде, кажется, стекло. Хотя кто оно? Так, стучит, как будто стекло. Здесь в виде маленькие пазы. За которые фильтр будет зацепляться за объектив камеры. Сейчас я одену. Значит, на камеру. Вот. Делось хорошо. Сидит плотно. Думаю, виньетка не будет давать, потому что объектив меньше, чем этот. Вот так выглядит сама камера. Вот так камера снимает с фильтром, который я только что распаковывал и сразу же одел на камеру. Снимаем небо, солнышко. И сейчас снимем сам фильтр. Вы сами увидите разницу. Вот без фильтра. Небо наполовину с фильтром или и без. Я думаю, за такую цену вряд ли будет здесь какая-то защита от солнца, точнее возможность поляризировать блики. Покупать или не покупать, решайте сами.
Ну а так чисто данная линза поможет защитить объектив от лишних царапин, которые могут появиться в процессе эксплуатации камеры. Снимается также с усилием сама крышечка. Держится тоже нормально. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!